Лесной пожар во Владимирской области. Возгорание тушат более 500 человек. Работает аэромобильная группировка МЧС. Местность в районе пожара болотистая и труднопроходимая. Тяжелая техника там работать не может. Для борьбы с огнем привлечена авиация. За несколько суток военные летчики с самолетов и вертолетов сбросили на очаг пожара более 1000 тонн воды. Природный пожар в Петушинском районе Владимирской области возник 25 августа. Основной очаг возгорания к этому времени удалось потушить, но на площади в несколько сотен гектаров еще тлеет трава. Угрозы населенным пунктам нет.